Всем привет! И мы снова в Турции, в этот раз в городе Мармарис. В этом видео мы узнаем, за что он всем так полюбился и чем отличается от других городов-курортов Турции. Проникнемся атмосферой и колоритом города, побываем в самых интересных местах, найдем лучшие пляжи и проверим, действительно ли Мармарис так хорош. Ранним утром город кажется простым и уютным, сонным и ленивым. Светлые дома окрашиваются лучами утреннего солнца. В прибрежных барах давно затихла музыка, а с набережной исчезли шумные толпы отдыхающих. На дорогах пусто и малолюдно. Пустые лежаки, пустые бассейны, кругом тишина, будто все туристы разом взяли и уехали. Еще час и город проснется, зашумит и зазвучит, набирая свой привычный ритм жизни. Этот район Мармариса называют Ситилер. Он целиком состоит из отелей all-inclusive, расположенных прямо на берегу моря. По набережной, вдоль высоких пальм и красивых домов, можно пройтись мимо всех пляжей города и насладиться прекрасным видом на бухту и живописные горы. Если нет никаких планов, самое простое, чем можно заняться днем, это пройти в центральную часть города и побродить по улочкам. Мармарис нельзя назвать городом, богатым на экскурсионные места, но все же некоторыми достопримечательностями он может похвастаться. Одни из таких – старый город и крепость-музей Мармарис-Колеси, которые расположены на холме, сразу же за рынком и главной площадью. Старый город – самое живописное место в Мармарисе. Он весь пронизан средневековыми узкими улочками и маленькими белыми домами, обрамленными голубыми красками. На улицах можно встретить небольшие бутик-отели, картинные галереи и ресторанчики, где можно выпить крепкий турецкий кофе. Главную улицу старого города, самую белоснежную и самую узкую, некоторые местные называют Санторини, по аналогии со знаменитым греческим островом. Центром старого города является небольшая крепость Мармарис-Колеси. Она была построена Сулейманом Великолепным в далеком 15 веке. Во время Первой мировой войны крепость была сильно разрушена, но спустя полвека крепость восстановили и сделали из нее небольшой музей, в котором хранится множество археологических находок и средневековое оружие. Такое ощущение, что эти кувшины с морского дна. На некоторых из них сохранились даже ракушки. Кстати, существует интересная легенда о возникновении названия Мармарис. Согласно ей, когда крепость была построена, то она чем-то не понравилась султану. С негодованием он воскликнул «Мармаре ас», что в переводе означало «повесить архитектора». Говорят, что с тех пор город стал носить свое современное название.
Бухта Мармариса – одна из самых больших природных бухт в мире. Именно здесь расположился центр турецкого яхтинга. Здесь паркуются и ходят под парусами их смены из разных стран. Большой популярностью среди отдыхающих пользуется морская экскурсия на остров Сидир, который еще называют островом Клеопатры. Судя по всему, это место очень популярное. Поездка до острова недолгая и недорогая, поэтому желающих всегда много. Даже свободных мест на яхте не остается. Когда-то на острове был расположен античный город Кедраи, от которого сейчас сохранился амфитеатр, храм Аполлона и остатки некрополя. Остров Клеопатры называют райским местом и одним из самых красивых островов Эгейского моря. Вот тот самый песок, привезенный специально из Египта для Клеопатры. Он огорожен, туда не пускают. Хотя в море песок не хуже. Любителям животных понравится остановка на острове кроликов, который включен в программу экскурсии. Близко к острову корабль не подплывает, нужно брать обувь и камеру и плыть на сушу самостоятельно. Награду за это можно получить шанс провести время с забавными хозяевами острова – кроликами. They are my real friends.
Oh my god, my camera, hello there. I am from Turkey, Marmaris. Welcome to our town, Marmaris. Marmaris is very beautiful place in Turkey, it's Aegean Sea. Now we are in the castle side. Near the castle, old house next door, you can see many nice cats. I found that family in May. When it was the May, I saw the mother cat. Where is the mother? It is not here. I think the mother is here. So I found baby cats. They are so small. They need my help. Till now, every morning, every evening, I will be here to give some food. They are waiting me. They are very friendly. And I love all animals in the world. I have also my own dog and the cat. Look, this is the blue I call the cat. Marmaris people are very nice, but most of them they are not interested in that kind of cat. But this is my real friend. And thank you very much to come to Turkey and Marmaris, and thank you very much to spend time with me. And you can watch the cats reach the time they will eat their food. Today they have meatball. After my boat, I worked the boat. At the end of the trip, somebody doesn't eat food. And I take this food for cats. They like it. They love it. They are happy with me. Where are you from? Russia. Oh, Russia. Very nice people. Reci, ben gördüm. Şunları söyle, benim işe gitmem gerekiyor. Самое интересное это то, что в старой части Мармариса живут реальные люди. Можно постучаться буквально в каждую дверь. Не будем этого делать. Наверное, потому что местным жителям это надоело. Abraya edecek. Может, раз бы сюда пойдешь. Şakal yeni şarkı klibini çekiyoruz. Ama şakalım. Ya ben bana çakal diyorlar da benim dedem beni hep aslan torunum diye büyüttü. Abi yakışıklı olanı çek. Abi beni çek abi. Ne zaman geçelim? Abi az birazdan klip çekti ya biz anlamıyoruz ya. Надеюсь, ребята не сказали ничего плохого. А вообще, местные жители очень дружелюбные и отзывчивые. А в городе чувствуешь себя в безопасности. Еще один плюсик в копилку Марбриса. На улице незаметно стемнело, загорелись огни, зашумели прибрежные кафешки. Настало время погрузиться в атмосферу жизни ночного города. Рядом с Гранд-базаром находится центральная площадь Мармариса, площадь молодежи. Здесь находятся бронзовые скульптуры, фонтан, водопад и башня с часами. Как только на улице стемнеет, на площади начинается шоу музыкального фонтана.
который пользуется популярностью среди жителей и гостей города, как одно из самых красивых мест для прогулок и отдыха в вечернее время. Улица баров в Мармарисе – самое шумное и популярное место для ночных тусовок. Здесь сосредоточено большое количество баров и клубов, ожидающих посетителей ближе к полуночи. Ночью улица заливается разноцветными огнями и превращается в эпицентр развлечений города. Повсеместно грохочет музыка, бармены готовят коктейли, гости города танцуют и отдыхают за столиками кафе, а подвыпившие компании перемещаются от одного бара к другому. Если наскучило в отеле, нужно срочно сменить обстановку и выйти из зоны комфорта. Один из вариантов – погонять на багги или квадроцикле.
Еще одним простым вариантом для смены обстановки, конечно же, является аквапарк. Думаю, это лучший способ взбодриться в дневную жару. Городок Ичмелер сейчас немного похож на Марс. Все из-за пожара в прошлом году. Но он все равно остается природным достоянием Турции и любимчиком многих отдыхающих. После нескольких дней, проведенных в центре Мармариса, поездка в поселок Чмелер – это как глоток свежего воздуха. Добраться до этого места очень просто. Поселок находится всего в 10-15 минутах от Мармариса. При желании сюда можно добраться пешком или прокатиться на велосипеде. Здесь все немного по-другому. Нет шума и суеты города. Вокруг сосны и пальмы, а в воздухе летает тот самый классный хвойный аромат. Ну и, конечно, про море. Оно здесь чище, красивее, голубее и не идет ни в какое сравнение с приотельными пляжами в центре Мармариса. Прогуливаясь по набережной Ичмелера в тени сосен и пальм, ловишь себя на мысли, что надо было выбрать отель именно в этом местечке. Городок привлекает тихой и спокойной атмосферой, чистым морем и живописными пейзажами. А еще говорят, что именно здесь сливаются два моря – Средиземное и Эгейское. Вот и мы добрались до древнего города Эфес. Посмотрим, что интересного здесь можно найти.
Это невероятно красивое место. Даже несмотря на толпы туристов, конечно же, сюда стоит приехать, чтобы это увидеть собственными глазами. Сейчас пойдем посмотрим поближе. Библиотека Цельса была одной из крупнейших в мире и хранила 12 тысяч свитков. А еще это место известно тем, что здесь жил древнегреческий философ Гераклит. Миллионы туристов приезжают сюда уловить атмосферу города. В Эфесе много древностей. Храм Артемиды, самый большой античный театр, первый публичный дом. Здесь есть все, что заслуживает внимания. Каждый найдет здесь что-то свое, что отложится в памяти и заставит вернуться сюда снова. Приятным продолжением поездки в Эфес стало посещение базилики Иоанна Богослова в городе Сельчук. На территории базилики находится его гробница. Это святое место, куда стремятся многие паломники. На обратном пути запомнился интересный магазин керамики, где для туристов показывают небольшое шоу по изготовлению посуды из сырой глины. Создание формы на гончарном круге – дело довольно хлопотное, требующее постоянного внимания, времени и упорства. В наше время гончарное ремесло стало менее востребованным, но остается как вид традиционного и древнего искусства. Считается, что благодаря росписи глиняной посуды активно развивалось изобразительное искусство в целом. Усложнялись сюжеты, оттачивались детали. Мастера искали новые цветовые возможности и продумывали искусные узоры и декор. Наблюдать за работой мастера всегда приятно и интересно.
Самый прикольный трансфер — это трансфер на тракторе до пляжа. Увидели этот пляж случайно, когда проезжали вчера на экскурсии, а сегодня уже решили приехать сюда своим ходом и провести здесь целый день. Инжикум в переводе с турецкого означает «жемчужный песок». Название говорит само за себя. Песок тут действительно классный. Особенностью пляжа является обилие хвойных деревьев, в тени которых можно наслаждаться красотой этого места. Это один из лучших пляжей в окрестностях Мармариса, наравне с пляжем Клеопатры на острове Сидир. Сегодня погода не задалась. С самого утра облачно и пасмурно. И даже идет мелкий дождь. И чем же заняться в такую погоду? Решили приехать в Эчмелер и прогуляться по набережной. Пасмурная погода придает даже особую атмосферу этому месту. Дождливая погода продлилась недолго, значит, пора двигаться дальше, навстречу всему новому и неизведанному. Берем с собой хорошее настроение и отправляемся в морское путешествие к островам Эгейского моря.
Остров Камелия является необитаемым, если не считать нескольких диких коз и осликов, живущих здесь. Это место славится древней крепостью, часовней и мозаичным панно византийской эпохи. Церковь на острове действующая, паломники молятся и ставят свечи у лика, а лику ни много ни мало – 700 лет. Впереди новые города и страны. Оставайтесь с нами, скоро увидимся!